Что может быть круче, чем подводить итоги уходящего года? В этот новогодний выпуск мы собрались в таком классном зале для того, чтобы сравнить, кто прогрессировал за этот год лучше. Илюха или Бодя. Это ваша любимая рубрика, как дети делают трюки за какое-то вознаграждение. И сегодня это у нас будет за скромненькие новогодние подарочки. Бодя и Илюха подводят итоги того, чему они научились за целый год. Этот выпуск будет просто охренительным, поскольку ребята прогресснули невероятно. Илюха научился делать дохренища крутых сальтух. Бодя поднял свой скилл в паркуре просто в разы. Его 360 вакур, но я не думаю, что кто-то вообще в его возрасте может переплюнуть. Каким элементом ты научился за целый год? Ну, я, короче, научился крутить двухбокового, переднего, заднего, двух Владимира. Палм-дроп, но на лицо. Это тоже хорошо. Бодя, чему ты научился за этот год? 360, заднее и боковое, и твист. Как ты думаешь? И ты думаешь, кто победит? Друбай. Мне кажется, что независимо от того, кто сегодня победит в данном ролике, эти ребята тренируются, развиваются, и это очень круто. Так что развивайтесь и занимайтесь паркуром вместе с нами. Братанчики, советую вам поспорить на юзефак, кто из вас будет первым. Что так? Ты первый? Да. Забегаем на стену и отпрыгнем туда. Ну, типа, можно засчитать, но, типа, не так, но засчитаю, да. И красава. Бежишь по вот этому, бежишь сюда в стик и вот туда в стик. Что? Все понятно? Сколько он там шагов делал? Здесь один шаг, здесь три. Будешь пробовать? Да. Молодец. Кто бы что ни говорил, а у ребят реально просто стили настолько разные. Илюха тащит в сальтухах разные сложные элементы. А Бодя в паркуре настолько силен, что Илюха тратит по 2-3 попытки для того, чтобы повторить элемент. Очень интересно за этим наблюдать. Ты в нас наступный? Да. Бодя с козырей зашел, значит. Окей. Так что, сейчас будет 360? Да. Ты просто мощная колбаска. Не, я такое делать не буду, потому что я умру. Я такое не умею. Окей, теперь ты должен сделать элемент, который не сможет Бодя. Есть у тебя такой в запасе? Да. Илюха решил загадать то, что Бодя не сделает. Это что у нас? Ладжгейнер. Будешь делать? Если маты положат, ты сделаешь. Маты, если положит, ты сделаешь? Да. Что? Ты хотя бы раз в жизни его пробовал? Нет. Бодя, смотри, если ты не уверен, то лучше реально не делать. Не, я уверен, но просто я боюсь удариться. Ну, у меня тоже такая боязнь была, но потом она пропала. Раз. Два. Сильнее давай. Три. Не, Бодя, не. Страшнее, чем я думал. Я же его ни разу не делал. Мне нравится, что уровень у этих ребят растет, и теперь у них появляются свои фишки, которые никто не может повторить из них. Повторяй! Молодец. Илюха, ты загадываешь? Переднее сальто сверху. Сверху? Переднее сальто сверху. Он сказал, да, переднее сальто оттуда. Просто посмотрите, Илюха там сгорбившись стоит. Прикол в том, что я с такой высоты никогда не делал переднее сальто. Красава! Это оно, почти. Ну это было красиво. Бодя попробовал это делать впервые. Он это, как по мне, сделал. Давайте напишем в комментариях, засчитываем мы эту попытку ему или нет. Я бы засчитал. Да, можно засчитать, в принципе. Ну для первого раза нормально. Бодя, что ты будешь загадывать? Боковое сальто. Боковуху в стик. Илюха, пробуешь? Да. Насколько сложный этот элемент для тебя? Я не знаю. Я никак.
никогда не делал, я надеюсь, я не буду. Молодец, красава. Молодец. Вы заметили, как вообще меняются выпуски? В первом Бодя Илюху вздул, во втором Илюха показал свой скилл, и третья часть, они просто наравне. Что вы будете рубить? Волфлип. Ты умеешь? Нет. Бодя, ты умеешь? Сальто стены? Да. Нет. Научился, молодец. Ура, Илюха! Все, Бодя психует, а ну! Просто психанули вдвоем! Красавцы, просто молодцы! Как сделать элемент, который вы никогда не делали? Просто психануть! Притом у Боди столько высоты, капец! Илюха, что ты будешь загадывать? Гейнер. Стрекосад? Стрекач? Я не делал никогда в жизни. Сегодня выпуск вообще очень жесткий, ребята. Многие элементы вообще никогда не делали. Приходите в этот зал, покупайте абонемент, тренируйтесь, потому что зал крутой. Илюха загадал стрекач. А Богдан отказывается его делать. Ты будешь его делать? Вообще не умею. Есть два элемента, которые загадал ты, и Илюха не сделал. Есть два элемента, которые загадал Илюха, и Бодя не сделал. Илюха – мошенник, он загадывает второй элемент подряд. А Бодя стоит и такой, ну в смысле? Илюху просто не остановить, он делает сальтуху за сальтуха. Я не знаю, что произошло с прошлого ролика, когда Илюха был унылым, но сейчас я просто в шоке вообще. Я думаю, мы сейчас подведем итоги несколькими трассами и будем решать с вами, кто же все-таки победил. Каждый будет по-своему проходить. Смотри, передняя за манки, отпрыгать от стены в акур на трапецию и там что-то замучу. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Также, ребята, у Илюхи и у Боди есть свои инстаграмы. Если вы хотите видеть больше трюков от них, то переходите по ссылкам в описании. Там контента намного больше. Мы сегодня тренируемся в СЛС Клабе. Это Харьковское шоссе 21. Если вам понравился этот зал, то обязательно переходите по ссылкам в описании, записывайтесь на тренировки и тренируйтесь здесь вместе с нами, потому что вы также можете встретить меня в этом зале, поскольку зал мне реально по душе. Темп, Илюха. Классно. Это темп. Это Илюха. Это you're never gonna make it. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable. Irresponsible. Too many obstacles. You gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move. I'm gonna make it soon. Зала, и мы на вас смотрели, короче, вы очень крутой уровень, я не знаю, там, кто из вас победит, но мы от зала вам вручаем по 3 раза занятия бесплатно, так что приходите и оттачивайте свои навыки дальше, окей? Что вы? Круто. Только я бадам. Ребята, обязательно пишите в комментариях, кто, по вашему мнению, победил. Либо Бодя, либо Илья. И чье имя будет в комментах светиться больше всего, получит спонсорство на соревнования от меня. То есть я буду оплачивать им поездки на всякие соревнования. Это очень классный подарок, как по мне, в новом году. А вы можете победителя выбрать в комментариях. Действуйте. Что же, ребятки, огромное спасибо за данный просмотр. Я надеюсь, вам понравился данный видос. Если это так, то не забывайте ставить большой палец вверх, подписываться на мой канал. И обязательно подписывайтесь на все соцсети ребят и на соцсети зала. Записывайтесь на тренировки, приходите тренироваться вместе с нами. С вами был Алекс, Бодя,
Илюха, всем удачи, всем пока. Почему я Илюха, если я Бадан?